Вот, посмотрите, это уже готовый гриб. Вечером будут снимать грибы. Вот какие они красавцы. Для того, чтобы вырастить хоть один грибочек-вешенку, нужно очень постараться. Андрей Черемных из Большемуртинского района, чтобы изучить технологию появления живых организмов, потратил больше 5 лет. Гриб созревает не так быстро, как в лесу. Ждать нужно целый месяц. И растут вешенки не на земле, как, например, шампиньоны, а в соломе. Мы заготавливаем, соответственно, значит, около 200-300 тонн на сезон. Это очень большой объем, огромный. Видите, что первая стадия, с чего начинается расти грибы. Кстати, качество соломы определяют в специальной лаборатории. После ее измельчают и, смешав с водой, доводят до нужной температуры. Вся работа на предприятии ведется через компьютер. На производстве должно быть стерильно, как в операционной, чтобы не попала ни одна бактерия. Сами споры грибов к смеси добавляются вот в такой чистой зоне, а каждый сотрудник перед работой обязательно принимает душ. Вот душевая кабина, то есть другого прохода не существует. Пока не помылся, туда не прошел. Когда происходит очень важный процесс, смешивается солома и споры грибов, вход сюда строго воспрещен, чтобы грибы-вешенки не впитали в себя лишние запахи. Целые брикеты упаковываются в целлофан и отправляются на фазу инкубации. Здесь-то грибочки и созревают. Одно из условий, соответственно, должна быть температура брикетов одной температуры, ни плюс, ни минус. Для этого есть компьютер, который контролирует все эти процессы. То есть чувствуется, здесь 21 градус ровно. Ни больше, ни меньше. Сначала стадия инкубации, а через 20 дней роста. На мешках делают небольшие надрезы, через которые вешенки прорастают. Кстати, эти грибы питаются кислородом, поэтому его в этом помещении очень много. Алексей говорит, они дышат практически как люди. Вот это правильное прорастание мицелия. Вот ниже уже, видимо, уже он побелел. Он практически уже готов к плодоношению. Но пока приморгий нету. Но если его спровоцировать, понизить температуру, соответственно, ну, либо другие какие-то, значит, факторы, то он через 2 дня уже появится. Урожай на ферме 10 тонн грибов в месяц. Вешенка – гриб универсальный. Его можно солить, жарить, варить и мариновать. Польза вешенок давно доказана врачами. Они снижают вес, уровень холестерина и повышают иммунитет. А еще это очень вкусно.